Всем привет, с вами Егор Матаев, и сейчас поговорим о погоде на 3 сентября. Ночью в регионе ожидается плюс 8, плюс 10, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Днем температура воздуха плюс 19, плюс 21, ясная погода, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Город Барнаул является промышленным центром Алтайского края. На долю барнаульских предприятий приходится около 24% краевого объема промышленного производства. Например, барнаульский меланжевый комбинат. Это крупнейшее в России предприятие по производству высокотехнологичного текстиля из меланжевых тканей. Сегодня БМК «Текстиль» является единственным производителем хлопчатобумажных тканей за Уралом. Технологический процесс предприятия охватывает абсолютно полный цикл производства, обеспечивая выпуск пряжи, суровых и готовых материалов, а также швейных изделий. Барнаульский меланжевый комбинат – крупнейший поставщик ткани для Министерства обороны Российской Федерации. Ну а у меня на этом все. До встречи в эфире.